Кому шоколадное яйцо? Прости, Зип, он слишком активный в праздничные дни. Да и вообще, во все дни. Давай, сон час. Куча дел у тебя тут набралась, Хич. Знаю. Я хочу вернуться к работе, но я так вымотан. Как я должен приглядывать за дракончиком и быть шерифом одновременно? Маленькими шажками, дракончиковыми. Ну, знаешь, начни с малого. Например. Шоколадное происшествие, Зефир Хайтс, помогите. Может помочь. Хич, мне нужна твоя помощь. За считанные часы до начала королевской яйцерии кролик Эдмунд пропал. Традиция гласит, что его армия яйцепрячущих кроликов не перестанет прятать яйца, пока Эгмунд лично не объявит охоту открытой. Как вы можете видеть, Зефир Хайтс буквально разрывает от яиц. И это твое начни с малого? Зеп, Хич, хвала копытам, вы здесь. Все выходит из-под контроля. Эдмунд никогда не пропускал королевскую яйцерию. Никогда! Что ж, с помощью шерифа Хитча, я уверена, мы его в два счета найдем. А, надеюсь. Никогда не видела Клоудпаффа таким взволнованным. Ваше Величество, Эдмунд был замечен в соседнем супермаркете, покупающим морковку. Ладно, давайте искать кролика. Это снято сегодня в 9 утра. Вот он. Пауза. Увеличьте. Гляди, все, что нам нужно, это пройти по следу из морковки. Давай, Зип. Вот вы где! Много у вас крольчат? Чем могу помочь? Простите, вы случаем ничего не забыли? Вы должны были быть на открытии яйцерии. Не, я не могу. Ни за что. Но Зефир Хайтс вот-вот разорвет шоколадом. И вам, сэр, предстоит важная работа. Простите, но я так вымотан. Знаете, как одному тяжело присматривать за 16 крольчатами? На самом деле, знаю. Слушайте, я знаю, что это трудно. Я за прошлую неделю 10 огнетушителей потратил, но нет нужды проходить через это в одиночку. Мы можем помочь. Хитч прав. Мы могли бы приглядеть за крольчатами вместо вас. Правда? Приглядите? Конечно. Родителям надо держаться вместе. Ну так, что скажете? О, ладно. Вы двое берите коляску, а я за церемониальными ножницами. Да! Засим объявляю королевскую яйцерию открытой. Спасибо, пони. Без вашей помощи я бы ни за что не справился. Было так здорово побыть снова кроликом Эгмундом. Знаете, один хороший друг однажды сделал то же для меня. Но
серьезно. Как понадобится помощь, просто позвоните. Что ж, забавно, что вы сказали, потому что мне нужно будет сидеть с ними по вторникам, средам и субботам. Ой, не помешала бы помощь с моим утренним походом за морковкой по пятницам. А еще по субботам я люблю потанцевать, поэтому занимаюсь румбой. Так что можете заходить в субботу вечером для румбы.